набираем 2 воздушные петли. Вторая будет как петля подъема, а в первую мы провязываем 8 столбиков без накида. В первый столбик мы провязываем глухую петлю и пересчитайте, чтобы у вас было 8 столбиков. Следующий ряд 16 столбиков без накида. То есть мы делаем прибавку и считаем 8 раз по 2. 1, 2. И 8. Глухую петлю в первый столбик. Третий ряд провязываем 3 воздушные петли подъема. Можете в третью петлю добавить маркер. И дальше у нас будет раппорт, который мы будем повторять 7 раз. Я добавила маркер в третью петлю и вяжу раппорт. 3 воздушные петли. Внизу один столбик пропускаем и в следующий провязываем столбик с одним накидом. И так повторяю раппорт 7 раз. Я повторила раппорт 7 раз и пересчитываем, сколько у нас столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. После столбика с накидом я провязываю 3 воздушные петли и там, где маркер, провязываю глухую петлю. Ряд закончен. Четвертый ряд. Провязываем 5 столбиков без накида под арку. И один столбик без накида в петлю. Это наш раппорт, и мы повторяем по кругу 8 раз. Провязали по всему кругу, и в конце, в первый столбик, я провязываю глухую петлю. Следующий, пятый ряд. 3 воздушные петли подъема. Можно добавить маркер. И дальше у нас идет раппорт. 2 воздушные петли. Внизу столбик пропускаем и в следующий провязываем столбик с одним накидом. И так мы повторяем 2 воздушные, столбик пропустить, столбик с одним накидом. Мы повторяем по кругу. Я провязала по кругу. И у меня должно получиться 23 дырочки. Вот сейчас последняя будет 24 дырочки. Я вяжу одну воздушную петлю. Можно и 2, но я в конце ряда, так как у меня дальше будет глухая петля, я иногда вяжу таким способом, чтобы у меня были одинаковые дырочки. Ну, либо можете 2 воздушные петли вязать. Следующий, шестой ряд. Провязываем 7 столбиков без накида. Как их провязывать? 2 воздушные, столбик, вот 2 воздушные, мы сюда провязываем 2 столбика. Дальше столбик, значит, в столбик провязываем 3 столбик. Дальше 2, 2 воздушные, значит, это будет 4, 5. Дальше столбик, мы в него провязываем 6. И дальше 7 столбик без накида. 6 воздушных петель. Вы можете развернуть и в шестой столбик связать глухую петлю, либо можно сделать вот таким образом. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6. В шестой столбик присоединяем нашу цепочку и провязываем 8 столбиков без накида под эту арочку.
Можно еще глухую петлю, чтобы оформить красиво это полуколечко. И дальше мы провязываем 9 столбиков без накида. У нас будет начинаться раппорт. Мы помним, что здесь мы провязали лишь один столбик без накида под арку. Значит, вот мы сейчас делаем второй столбик. И это будет первый из 9. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и 9 столбик. Мы заканчиваем 9 столбик под арочку. То есть мы провязали вот таким образом. И дальше мы опять вяжем 6 воздушных петель. В 6 столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6 мы присоединяем цепочку и обвязываем цепочку 8 столбиков без накида. Можно еще вот сюда в столбик глухую, тогда будет более аккуратный плавный переход вот этих полудужек. И так мы повторяем раппорт по всему ряду. Вот я довязала, мне нужно связать последнюю полудугу. В принципе, правильно все. 6 столбик, 8 столбиков под арочку, столбик соседний глухую, и у меня остается 2 столбика под арочку, 1 столбик, и в столбик я провязываю, ну, вместо столбика глухую петлю, и у меня получилось 8 таких выступающих частей. 7 ряд. Я провязываю 3 воздушные петли. Это у меня подъем. Я добавлю маркер. Дальше. Раппорт. 12 воздушных петель. И столбик с одним накидом между полукругами. Вот сюда в средний столбик. Когда провязываем столбик, стараемся не вытягивать петли, чтобы он у нас был аккуратный, не вытянутые петли были. Дальше 12 воздушных и опять между полудугами, маленькими лепесточками, столбик с накидом. И так я повторяю 7 раз. Раппорт повторяется 7 раз. Провязала 12 воздушных петель и в третью петлю подъема провязываю глухую петлю. Следующий, 8 ряд, я провязываю 6 глухих петель в воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть, чтобы мы находились на середине арочки. Дальше провязываем 7 столбиков без накида под эту арку, 1 столбик над столбиком и 7 столбиков без накида в следующую арку. Столбиков, теперь в столбик, столбик и еще 7 столбиков. Разворачиваем полотно, провязываем одну воздушную петлю, первый столбик пропускаю и провязываю над вторым, и дальше по порядку столбики без накида. Всего у меня должно быть 13 столбиков без накида. Я их считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И теперь мы будем вязать, уменьшая каждый последующий ряд на 2 столбика. И будем провязывать по такому же принципу. Воздушная, столбик пропускаем. И в следующий провязываем столбик. И провязываем, считая, должно быть у нас 11 столбиков. Вот я уже связала 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в конце ряда мы сделаем такой прием. 11 мы будем не в предпоследний столбик, а в последний провязывать. 11, чтобы у нас был более ровный край. И вот мы провязываем до тех пор, пока мы не будем на вершине и не провяжем 3 столбика в ряду. Мы провязали, у нас получилось 3 столбика в этом ряду. Дальше я делаю одну воздушную петлю и провязываю 3 столбика вместе. Первый, второй и вот сюда в последнюю петлю. Третий столбик мы провязываем вместе одним движением, делаем одну воздушную петлю и спускаемся по этой стороне нашего лепестка так, чтобы провязать 9 столбиков. И вот считаем 1 2 3 4 5 6 7 8, у нас 8 рядов, поэтому мы где-то над каждым столбиком, над каждым рядом провязываем по одному. 3, 4, 5, 6, 7, 8 и вот еще сюда 9. 9 столбиков без накида. Мы обвязали столбиками. Еще можно вот сюда глухую петлю в цепочку. Разворачиваем полотно. И нам нужно идти в эту сторону, так как у нас это лицевая сторона. Значит, мы сейчас провязываем 9 столбиков без накида над столбиками. Вернее, вначале провязываем 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 столбик я провязываю 3 столбика без накида. И теперь обвязываем с этой стороны, тоже провязываем 8 столбиков. Один мы вот на вершине уже связали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 8 столбиков. 8 столбиков без накида. И дальше провязываем 7 столбиков без накида под арку. И дальше повторяем раппорт, также вяжем лепесток, как и первый. Я обвязала лепесток по изнаночной стороне. Вниз я провязываю глухую петлю. Разворачиваю полотно и сейчас буду провязывать таким образом. Провязываю 4 столбика без накида. Провязываю 6 воздушных петель. Здесь пропускаю 3 столбика на первом лепестке и в четвертый присоединяю эту арочку.
и провязываю 7 столбиков без накида под арку. Сюда же, где у меня был провязан столбик без накида, я провязываю глухую петлю. Разворачиваю полотно и провязываю 10 воздушных. Там, где был прикреплен столбик, я провязываю глухую петлю. Разворачиваю полотно и провязываю под арку 4 столбика без накида. Можно чуть-чуть сдвинуть 3 воздушные петли. Можете закрывать пико, можете не закрывать. Закрытое пико — это когда провязывается глухая петля. Дальше 4 столбика без накида, пико, и еще 4 столбика без накида в эту же арку. И глухая петля сюда же, где мы провязывали глухую петлю. Тогда будет более аккуратно выглядеть наши вот эти декоративные обвязочки. Мы провязали здесь внизу 4 столбика, и теперь мне нужно довязать еще 4. Провязываю еще 4 столбика без накида. И дальше провязываю в вершину 3 столбика. Теперь с этой стороны я провязываю 8 столбиков без накида. Вот такие у меня получились 2 лепестка. Я провязываю по всему кругу. У меня всего должно быть 8 лепестков. Мы довязали ряд. Дальше вяжем следующий, 9 ряд. Провязываем 3 воздушные петли подъема и добавляем маркер. Или, если хотите, можете не добавлять. Дальше 11 воздушных петель. Столбик с 2 накидами в вершину полудуги, там, где у нас пико. Напоминаю, что столбик мы вяжем не растянуто. Дальше 24 воздушные петли, но в пятую добавим маркер, потому что потом, когда мы будем вывязывать всю эту конструкцию, нам нужно будет сюда присоединяться, и мы сразу же можем отметить эту петлю. Я связала пятую и еще провязываю, чтобы было всего 24 воздушные петли. Так, провязали 24 воздушные петли. Отсчитываем 15 воздушных петель. От крючка в 15-ю воздушную петлю от крючка я провязываю глухую петлю, поворачиваю, и над этой арочкой маленькой, чтобы не крутился наш цветок, можно его захватить рукой, я провязываю 5 столбиков без накида. Дальше провязываю 13 воздушных петель. И над столбиком, над третьим столбиком, то есть посередине, там, где мы вязали 5 столбиков без накида, я провязываю глухую петлю. Вот так у меня сейчас выглядит это все. Провязываю 5 воздушных петель. И теперь там, где маркер, как бы основная цепочка, я провязываю сюда глухую петлю. Сейчас я ее немножко так вытяну. И
последите здесь, чтобы не было перекручено. Поворачиваю и под эту арку, где у меня 5 столбиков, 5 воздушных петель, я провязываю 5 столбиков без накида. Дальше я провязываю 9 столбиков, вот у меня следующая арочка, 9 столбиков без накида. И теперь мне нужно присоединить в лепесток. То есть мне нужно сделать присоединение там, где у меня лепесток. Смотрите, чтобы здесь не было перекручена цепочка. И в лепесток я делаю притяжку или глухую петлю. И вот, в принципе, угол у меня уже как бы получается виден, да? То есть вот так будет угол и с этой стороны. Следующую арку 7 столбиков без накида. Девять воздушных петель. И теперь отсчитываем 7 столбиков без накида. И вот сюда, в 7 столбик, я провязываю глухую петлю или делаю притяжку. Поворачиваем, или вот в данном случае я не поворачиваю, так как я просто притянула. И провязываю 5 столбиков без накида в эту арку. Ну, то есть, если вы видите, то уже получается вот это как бы центральная линия. И здесь две арочки, одна большая арочка внизу. И с этой стороны мы тоже должны сделать две маленьких арочки и вот одну большую арочку. После 5 столбиков я провязываю 9 воздушных петель. И в эту арочку, которая только что у нас была, в третью я делаю притяжку, провязываю 8 воздушных петель и делаю притяжку над вершиной нашего лепестка. Провязываем 8 столбиков без накида в эту же арку, которую только что сделали. И в следующую арку 5 столбиков без накида. Эту часть мы закончили, вот эту угловую часть. И теперь мы провязываем как бы в обратном направлении 4 воздушные столбик столбик с двумя накидами над полудугами, красивыми арочками. И видите, у меня столбики получились как бы на изнаночной стороне, да, с изнаночной стороны, не с лицевой, а с изнаночной. Дальше 11 воздушных петель. И столбик с одним накидом в вершину лепестка. Это наш раппорт. И мы вот эту часть повторяем 4 раза.
принципе, здесь подарочка, оно может немножко сдвигаться и так, как вам нужно формироваться. Когда вы отпарите, отгладите, у вас получится вот такой красивый квадратик. Провязываем по всему ряду. Итак, мы довязали до конца ряда, и дальше нужно провязывать столбики без накида под арочки. В первую арку я провязываю 13 столбиков, дальше в следующую 6, 6 и в следующую 5. Плотно провязываем столбики без накида под арку. В вершину, в угол я провязываю вот сюда в столбик, столбик, 2 воздушные и столбик без накида, чтобы у меня такой уголочек образовывался. В следующем ряду я буду вязать филейную сетку, и вот как раз сюда в угол будет удобно вязать. И провязываю с этой стороны то же самое. 5, 6, 6, 13, 13, 6, 6, 5. Я довязала этот ряд. Конечно, он еще не совсем ровненький, аккуратненький, поэтому мы следующий ряд провяжем филейным вязанием. 3 воздушные петли подъема, 1 воздушная петля. Внизу столбик пропускаем и в следующий провязываем столбик с одним накидом. И так по всему ряду. Что мы вяжем в углу, вот здесь я покажу. Мы дошли до угла, и в угол мы провязываем таким образом: столбик с одним накидом, 2 воздушные, столбик с двумя накидами сюда же, в эту же арку, 2 воздушные, столбик с одним накидом. Если не хотите такой остренький угол, значит, просто свяжите столбик, 3 воздушки, столбик, тогда будет больше тут воздуха в этом углу. Ну, красиво, конечно, когда угол более остренький, оформленный вот таким образом. И также провязываем по всему ряду. Довязала в конце ряда в третью петлю подъема, сделала глухую. И теперь провязываю в каждую арку по 2 столбика без накида. Старайтесь вязать плотно. Если у вас получается немножко широковато, возьмите тоньше крючок и хорошенечко затягивая столбики, чтобы они держали форму, обвязывайте весь квадрат. В вершину столбика я провязываю 2 столбика под арку. Можно один столбик над столбиком с двумя накидами. И дальше опять по 2 столбика без накида в каждую арку. Провязываем достаточно плотно, чтобы вот эта петля верхняя у вас не была растянута. Тогда получится ровный, аккуратный квадрат. Довязала я до конца ряда. При помощи трикотажной иглы заправляю нитку. Вот так по движению вязания протягиваю. И протягиваю внутри столбиков. Желательно закрепить, то есть возвращаемся на 1-2 ниточки назад и еще раз протягиваем. Видите, у меня достаточно толстая игла, и она у меня не разрывает нити, а просто раздвигает, и в принципе протягивать достаточно легко. Также заправьте вот эту начальную нитку, так как у нас там подвижная петля, или это вы могли сделать раньше, поэтому нитку нельзя ни в коем случае обрезать, иначе она распустится, кольцо наше распустится. Так, заправила я нитку. Я взяла небольшой планшетик, и вы можете наколоть либо такими булавками, если вы будете просто увлажнять, либо булавочками без пластмассовых головок, если вы захотите проутюжить ваш квадрат. Ну, хотите побыстрее это все сделать. Итак, мы стараемся аккуратно, ровно растянуть, чтобы углы у нас были аккуратными и ровными.
и старайтесь наколоть булавками на расстоянии около 1 сантиметра, тогда будет более ровная и аккуратная. Хорошо, если планшет у вас, скажем, обтянут тканью, ну, допустим, в клеточку ткань, тогда хорошо видно вот эти все направляющие и будет более ровный квадратик. Давайте даже измерим линейкой. Ну вот 12 сантиметров, а тут что-то мне немножко не хватает. Так, чтобы было хорошо натянуто. Ровные линии. У меня поролоновый планшет. И еще внутри у меня картонка вставлена. Поэтому нитки держатся достаточно, прям плотно входят. Не бойтесь немножко натянуть, чтобы расправилось ваше полотно. Конечно, вы думаете, как будет в одежде это все, как это гладить в одежде. Ну, так как будет собрано сеткой, то там будет немножко легче. А если у вас отдельные получаются вот такие квадратики для чего-то, ту же подставку под чашку. То, конечно, вот желательно, когда вы постираете, вот таким образом наколоть. И теперь вы можете положить сверху или мокренькую тряпочку, или из пульверизатора сбрызнуть. И когда оно высохнет, вы тогда снимаете с планшета.